Привет, озвучено проектом HSP Evolved Soys. Приятного прослушивания. Пусть утечет творчество водой с тела моего скатится, да уйдет от меня, не воротится. Я стираю порчу с тела белого, я стираю порчу с души светлой. Да будет так, как мною велено. Какая хорошая, да? Ты просто отличная собака, правда, Жужа? Вы уже подружились? У меня такое чувство, что я всегда хотел эту собаку, но у меня ее не было. Ну, по крайней мере, пока ты здесь, можешь считать, что твоя мечта сбылась. Я и подумать не мог, что духи бывают такими прикольными. Можешь пока готовиться. Через пару минут начнем. Окс-кокс. Что ж, приступим. Ну-с? Подай, пожалуйста, мел. Мел? Что это? Знак Триединства. Многие читают как «Отец, Сын и Святой Дух». Еще можно трактовать как «Прошлое, Настоящее и Будущее». Нам он нужен именно в этом значении. Ты выглядишь иначе в этой магической обстановке. Нет, даже не пытайся. У меня на такие пикап-трюки иммунитет. Что? Да я и не пытался. Просто это внезапно пришло в голову. Вот я и сказал. Не принимай желаемое за действительное. А, разумеется, мне приснилось. Да ну тебя. Кого призывать-то будем? Я не стану никого призывать, как того хотела Аза. Я собираюсь помочь тебе избежать смерти. Полистав книгу, я вспомнила об одном интересном приеме, который практиковался моими предками не одно поколение. Я могу попытаться повлиять на тебя прежнего из прошлого. Есть шанс, что при встрече со мной до сегодняшнего дня ты сможешь выжить. Ты правда можешь это сделать? Это зависит от того, насколько ты окажешься сговорчивым. Кажется, с этим проблем не возникнет. А это не опасно? Обычно же во всяких там фильмах говорят, что нельзя вмешиваться во временной континуум. На удивление, современный кинематограф ты помнишь лучше, чем свою жизнь. Я не собираюсь сильно вмешиваться в канон. И потом, ты хочешь жить или как? А ты не боишься, что я могу оказаться каким-нибудь убийцей или насильником? Может, я получил по заслугам, что умер? А ты думаешь такой? Да не знаю я, и мне становится жутко от этого. Если я окажусь грёбаным аутсайдером, не помогай мне. Хорошо. Нет, даже не пытайся. У меня на такие пикап-трюки иммунитет. Нет, даже не пытайся. У меня на такие пикап-трюки иммунитет.